Устал от однообразия, а твои скины больше не радуют глаз? Loot Farm – это решение всех твоих проблем. Обменивай свои вещи на то, что ты хочешь, а продуманная система баланса не даст потерять ни копейки. Каждый обмен – это шанс получить до 5% бонуса на твой счет. Loot Farm – получи то, чего хочешь. Вот так-то лучше. Здорово, чат. Здорово, радужный Артасик. Пересмотрел все нарезки с тобой. Не могу понять, кто такой дядя Богдан. Я тоже. А то говорили, что в экраны друг другу крутили какое-то. Я хазе. Что? Еще хочу передать привет дневнику. И вопрос, где новые нарезки с донатами. И, кстати, оцени... Ты меня спрашиваешь? Столько вопросов. Где новые нарезки с донатами? Я не управляю каналами, которые делают нарезки. Я не спрашиваю у них, когда новые видосы. Я не знаю, что они делают. Чел, иди нахуй. Все. Вот так-то лучше. 8 классов образования. Нереалистично. Не выходить из дома. Нереалистично. Не выезжать из родного города. Нереалистично. Почему нереалистично? Не иметь отношения с противоположным полом. Нереалистично. Чего, блядь? Не иметь работы. Про себя говори. Нереалистично. Чего, блядь? На всю квартиру. Нереалистично. Сюрреализм. Без обид. Я ничего не понял. Не иметь работы в 29 нереалистично. Зачем вообще работать? Нихуя не понял. Орать на всю квартиру ночью нереалистично. Что ты за хуйню несёшь, блядь? Что за троллинг даунский? Просто поставил слово нереалистично под всю какую-то хуйню, блядь. Ты, я не понимаю, я должен зачем-то иметь работу, чтобы тратить свою жизнь на то, чтобы напрягаться и заниматься тем, что я не хочу. Я еще и... Что за бред? Наконец-то! Кулите Батич, 100 лет не донатил, и вот опять. БТВ, не скучаешь ли ты? Тысяча, спасибо, вкусно. Или же дядя Богдан в гости иногда заходит, все же? Ясно. Понял тебя. Нечто такое. Ну что еще? Здравствуйте, Виталий. Вот на воина. Текущая. Текущая. Нам с жалобами на, цитата, невкусный пердеж. Как бы, что? В результате проведения, я ничего не понял. Колоноскопии и дальнейшего исследования, гиперпластические полипы, извлеченные из недр вашей толстой кишки, оказались котятами белой пумы в количестве 4 штук. Кстати, наебали меня на котят. Я гуглил 15 минут, так и не нашел никаких котят. Нету там никаких котят, ни к чему не нужно возвращаться в РДР. Не нужно кланяться. Исследование показало, что за последний год в городе Винница было зарегистрировано около 300 женщин, которые назвали своих детей Виталий. Странное подмечение врачей, что все эти дети родились с отметинами от наушников на голове. Что за рофлы? Какие-то сложные очень рофлы. У меня не может быть теперь отметины от наушников на голове, потому что я постригся. Она у меня может быть только когда у меня есть волосы. Кстати, ну очевидно. Ну что еще? Привет, Артас. Почему ты так болезненно реагируешь на гей-донаты? Болезненно? Неужели тебе кажется, что кто-то на самом деле по ту сторону монитора мечтает страстно отыметь твой зад? Бля... Артас, привет. Брат не моего брата Богдана, точка мы из Винницы, как и ты. Живем около мегамола, точка, он постоянно смотрит твои стримы. Начал играть в казино. Я могу тут покемперить? Всю зарплату. Воу. Постоянно сидит и орет маала аоа, точка. Ой, да я тебе не верю. Что он тот самый Богдан, но мы не понимаем, о чем он. ПС, покажи свои сладкие сисечки. Так я думал, что троллинг. Слышал, что разрабы Детройта готовят вторую часть. Нет, не слышал. Винница. Become a Natural, якобы VR-игра, в главной роли не Android, а Windows Pentium 3. Он там якобы жестко фейлит, пытается загрузиться и не может понять, как дышать и какать. На самом деле полная хуйня то, что... Вот еба, это полная хуйня. Тук-тук. Кто там? Это мы, Кэра и Ализа. Ой, бля. Ну что еще? Готовьте ваши ахахахахах-чат, анекдот дня. Очень смешно, да, тут с иглы.
Вот так-то лучше. Привет. Шел недавно по улице. Ничем не воняло. Обычно на страну удоб собаку выгуливают. Я осмотрелся и вижу, лежит 10 килограммов камней. Я подошел и понял, что это золото. Решил забрать себе. Пытался тащить эту огромную кучу. Но тут из падика выбежал дед и заорал: не трогай мой УАЗ. Ну чё ж сразу милиция не приехала, не арестовала тебя за то, что ты, ну, машину угоняешь. Короче. Have you seen it? Удалена. Это лучшее времяпрепровождение, да, я тебя и твоего партнера. No. Не груиды. I haven't seen anything. Чего? Онлайн-трансляции, разные игрушки, на заказ и многое другое. Чё за хрень, чё? Попич протестировал и рекомендует. А по промокоду в Попич 5% скидка. Чё за долбоёб? Подписки. Короче, какая-то херня. Даже не буду летаться. Ну, зависит от того, что сейчас придет. Приветствую тебя, Великайший. Привет. 4-8. Такие, как австралопитеки. Я уже догадался, что дальше будет о рофле. Спасибо за твои стримы. Ведь это уникальный момент. Доказательство того, что недолюди-приматы еще живут на планете. Чел, блядь, предсказуемо. Я уже догадался. Тут, в принципе, можно добавить еще одного дракона для, как бы, для более еще? Стабильного получения драконов. Иди в жопу. Просто, ну, тупой хейтер. Ну что еще? А русчиликов, которые к тебе относятся нормально. Ты же дефолтный, перебывала на лицемерыча. Ты был норм, когда начинал, потом с вводом вебки и рекламы на пол ебала, ты стал коммерческой дефолтной очередной. Что за троллинг толстый? С каких пор я переобуваюсь? Что за пиздёж? Хоть бы пример привел. Ну что еще? У капитализма нет никаких моральных и этических ценностей. Все продается. Невозможно в таких условиях политота воспитывать народ. Люди превращаются в эгоистов. Ну а и что? Даже в бандитов. А в особо редких случаях деградируют до уровня такого ничтожного для мусора, как Виталий Попичцаль. Иди нахуй! Иди нахуй. Ну что еще? Я не буду тратить время на то, в чем я не смогу стать лучшим, сказал Попич. Сказал я, да-да, я. Поэтому он смог закончить лишь 8 классов школы и по интеллектуальному развитию двигался только назад в течение последних 10 лет своей никчемной, бессмысленной жизни. Уна-бамба. Вот сразу после этого желательно обосновывать, почему твоя жизнь по сравнению с моей не никчемная и не бессмысленная, и почему ты по сравнению со мной двигайся вперед. Но я более чем уверен, что у тебя не хватит мозгов это обосновать никогда в жизни, блядь. Тоже не нашелся интеллектуал, бля. Или вы бы пошли гайд читать. Наконец-то! Папань, кстати, у меня работает челик, твой ярый фанат. Зовут его Богдан. Совпадение? Это должно быть смешно! Это должно быть смешно! Не нужно кланяться. Хорошо, нихуя не сделаю. Папаня, привет. Просьба и один вопрос. Посоветуй, пожалуйста, помпу. И как тебе игра Бика 3? Помпу? Что это значит? Согласен, я командные игры не играть не могу. Не нужно кланяться. Привет еще раз. Не дезмораль создаста. Это любая Декарта, дело не в Дасте. Любая Декарта, любая Декарта. И можешь, пожалуйста, пожелать удачи моему близкому другу Алькаю. Не хочу. Это любая Декарта. Я получил власть, которая и не снилась моему отцу. Надо вспомнить. Уже больше, чем 1116-ка. Попередай, пожалуйста, поздравления с 8 марта Богдану и попроси этого санимаксить второй скилл на разоре. Сложно, блять. Как это можно поставить поздравить с 8 марта челика? Я понимаю, если была бы Богдана, есть такое же имя, Богдана. Богдану. Короче, сложно. Спасибо за 5к. Здоров, умнич. Ну, как ты играешь в КС? У тебя неплохой аим, но ты выигрываешь за счет тактики. Ты получший? Ой, чё-то волос на язык попал. Тьфу, бля. Как мне... А, я не хочу так меняться. Ну что ещё? Неудобно. Вы молодой хирург. Вас послали к пациенту вынуть отмычку из его живота. Ваши действия. Один, вскрыть живот. Вынуть отмычку, 2, вскрыть грудную клетку, вынуть сердце, 3, устроить кровавую баню, убегать от преследователей по всему району с кусками органов, в карманах и криками «Я не понимаю». Я запутался, я думал, нужно было все скрывать.
Короче, я... Нормально. Ну что еще? Привет, Попеч. Хочу сказать, что ты милашка. Узнала о тебе от парня. Теперь люблю тебя больше, чем его. Не верю. Ну, не верю, что любишь меня больше, чем его. А так, спасибо. Давай, Тира, карты оттуда. Чё за говно неудобное? Это так неудобно? Ладно, Go Tower. Вот я слушаю тебя и думаю, что либо ты конченый долбай, который не учится на своих ошибках, как хорошо всем своим зрителям, не желая ломать свой литл мирок или гений, который сам апгрейдил свой интеллект, словарный запас, но не смог окончить 8 классов точка ХЗ. Не смог или не захотел, блин, чел, ты... У тебя... Зачем я, кстати, ее зареролил, не знаю. Нет смысла ничего реролить. А, стоп. Я не знаю, ты замечаешь или нет, но в основном меня спрашивают. Это суть стримера. Ты, короче, сидишь, отвечаешь челам на их вопросы. И ты говоришь свое тупое мнение. Так если оно интересно челу, значит для него оно не тупое, а только ему оно интересно. И мне вообще на самом деле насрать, будет ли кто-то придерживаться моего мнения. Там, я даже наоборот, никогда... Я стараюсь, ну, стараюсь объяснить, что у каждого человека должно быть свое мнение, что не стоит там слепо кому-то доверяться. Ну что еще? Кулите, поделите. Всем хорошего вечерочка. Папань, а у тебя бывало так, что тебя уже не возбуждает обычный секс и порнуха? Я постоянно ищу необычную порнуху. Нестандартную. Необычную. Я не понимаю, в чем проблема. А прошлый стрим я даже смог подрочить на тебя. Это что? То нереально. Богданычу привет. Ах да, точка мур. Блять, я хотел отвечать вначале, но потом, после концовки, я передумал тебе отвечать. Ха! Ну что еще? Привет, я вижу, ты вернулся ко мне. Дядя Богдан взял ключ побольше, и ты испугался. Мне сказали о том, что ты садился на шпагат на разводной ключ. Ладно. Ладно, так и быть, скипну. Ну что еще? Привет, Виталий. Меня зовут Кристина. Это мой первый донат. Как мне быть? Здрасте. Меня жутко возбуждают твои сисички без ошибок. О, да. Хочется их все облизать. Вся теку, когда вижу тебя. Специально пересматриваю старые стримы, где они у тебя торчат. Когда рассказываю это подружкам, они говорят, что я сумасшедшая. Ты скорее сумасшедший. Гайс, вы понимаете, что очень легко определить, ну, часто, когда кто-то пытается писать от женского пола, от женского лица, это, ну, заметно. Ну что еще? Ты знаешь, что только я приму тебя обратно с распростертыми объятиями. Приму таким, какой ты есть. Дота работяги 2. Нас поддержат. И никто, кроме нас двоих, Дота нам не 2. Нужен. Ты знаешь. Ты знаешь, что в Доту нельзя играть? Просто нельзя, даже если бы ты мог принять все минусы Доты. Даже если бы я принял бы, ну, в какой-то другой вселенной, я принял бы все минусы Доты, связанные с геймплеем. Да, новая Дота, новый геймплей. Если бы я все эти минусы принял, я бы все равно не смог играть в Хайденпуле! Я не буду делать новые аккаунты. Мне неинтересно это все. Ну что еще? Чатик, приветствую. Ансабам просто пожимаю ей кривые лапки. А тебе за лупыч за компом плюю прямо в рот. Пошел нахуй. Ну что еще? Ты кого нахуй послал? Шерсть венецианская. Твой адрес продают за ебаных 3к гривен. Молись, щенок. Я уже выехал. Иди твоим к черту. Твоим очком по шипам из пупк пройду. Пошел вон. Откуда меня стреляют? Ну что еще? У меня, бля, подключение к серверу потеряно. Чё? Сосочка, девочка, почему голодная? Сейчас покормлю. Не стесняйся, давай. Полчасика на уроки и жду на своей однокомнатной кухне. Еда тебе. С кем ты разговариваешь? Ну что еще? Да мы и так поняли, что презервативы по сути нужны только Богдану. Дуэль на кожаных скальпелях все еще в силе. Бля... В районе складов. Кожаные скальпели, это как вообще? Что за хуйня вообще уже? Кожаный скальпель. Это еще пиздец.
У тебя мозг кожаный, чел. Тебе сделали пробитие и заразили твой мозг, что он стал кожаным. Ну ты понимаешь, почему, да? Ха-ха-ха-ха! Ну, это твой уровень бытия, если что. Привет, дорогой зритель. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео. Спасибо за просмотр и держи твикс с хлебами грейпфрутовый сок.